Здравствуйте, друзья! С вами Александра Боблева. Я даже не знаю, как сегодняшний урок назвать. Это не совсем шаблоны, но мне задали вопрос. А зачем я буду создавать вот такие шаблоны? Я говорю, ну если не нравится, не надо. Но я этому человеку показала одну фишечку. Итак, заходим в макеты, возьмем пустой слайд. И сюда мы сейчас поставим уже знакомый нам белый лист. Я его немножечко растяну. Вот таким образом. Вроде бы все ровненько. И перекрашу. Возьмем зелененький цвет, но здесь я сейчас немножечко, можно так, а может быть яркость надо посмотреть потемнее. Ну вот такой, ладно. Оставим. Самое главное, чтобы был понятен принцип. И вот этот фон, который у меня получился, я сейчас вырежу. Таким образом. И сохраняю. Сохраню. И смотрите, что я дальше буду делать. Я захожу во вставку, рисунок. Это у меня фон с белочкой, а это просто. И я его вставляю. Он встал как раз по всему слайду. Но мне это не надо. Я сейчас вот таким образом его поставлю вот сюда. И здесь вот, конечно, желательно, чтобы, ну, пропорцию немножечко соблюдать надо. Ну, вот вроде бы у меня с этой стороны немножечко можно сюда вот подвинуть. Другой вид у слайда? Другой. Можно еще сюда же поставить такую же картиночку и уменьшить и уже поставить вовнутрь второй картинки. И здесь тоже размерчики вот сейчас выставлю. И когда я вот этот момент рассказала, и, как говорится, под моим чутким руководством эта женщина создала вот примерно такую картинку, она была в восторге. И точно так же мы вырезаем. У кого какая программка для скриншотов есть, тот этой программкой и пользуется. Есть программки PicPic, есть Clip2Net. В общем, любой программкой. Вы не подумайте, что я говорю, чтобы именно только вот этот вот Fastone Capture поставили. У меня просто на этом компьютере стоит эта программка. На втором компьютере у меня 3 или 4 программки для скриншотов. И мы сохраняем эту картиночку. Можно вот на этом слайде делать что-то. Но, как вы понимаете, общий-то фон вот такой. Поэтому вырезанную нами картинку можно использовать и для других слайдов. Вот таким образом можно использовать программу PowerPoint. Программа очень богатая, многогранная. Много в ней что можно делать. Я вам показала только малюсенькую толику того,
что я делаю в этой программе. Удачи вам и до встречи! С вами была Александра Бобылева.